В некто? В натуре, слышь? Кита отсекается сегодня. Заходим в некто, пацаны? В некто, да? Ну пошли, чат. Я ни разу не это... Не играл в эту хуйню. Привет. Алло. Ого. Привет. Привет. Тебя как зовут? Меня зовут Анфиса. Анфиса? Угу. А сколько тебе лет, Анфиса? 18. Откуда ты? Из Москвы. Из Москвы? Правда? Угу. А с какой части Москвы? Северной. Ну, точно, Алтуфьево, да? Ага. Я понял. Слушай, Анфиса, у тебя вообще парень есть? Нет. Нету? Mm-mm. А можешь свой инсту продиктовать? Я хочу посмотреть, как ты выглядишь. Хорошо, давай. Давай. Бля, я забыла. Давай-давай, я записываю. Все, не хочу. Да давай. Давайте без давайте. Что? Приятного аппетита, говорю. Спасибо. Ну так что по инсте? Ничего, скинь свою, ВК или инсту. А ты меня лайкнешь, чтобы я посмотрел на тебя? Да. Записываешь по буквам? Ага. Н. М? Н-н-н-н. А, не. Е. Е. С. С. К. К. В. А какая К? Русская или какая-то? К русская, К русская. Ага, ага. W. И. W, E. Нижнее подчеркивание, К. Блин, сейчас, стой. И повтори все заново. Несквей. Че ты говоришь, у тебя Москва-Сити там стоит? Угу. Ну все, АСЭ какая одна? Русская, да? Ой, блядь, русская. С как доллар. А, доллар. Ну хорошо, все, давай. Сейчас найдем. Нашли, точнее, уже. Как я вам? Сейчас, стой. Не скипнули сразу, как внешку увидели твою. Ну ты, Филя Филиппов. Привет. Алло. Меня слышно? Тебя слышно. Как у тебя дела? Отлично, у тебя? Ну, когда услышал твой голос, стало лучше. Как зовут? Меня Родион. Сколько тебе лет? Мне 24. Мужчина. А тебя как зовут? Сколько лет? Откуда? Меня зовут Даша. Мне 19. Красноярский край. Я с Краснодара. Слушай, ну, в принципе, расстояние не помеха. Слушай, а ты как относишься к БДСМу? Ай, блядь, сразу скип. Бля, дай тебе дохаваю эту морковку, блядь. Привет. Че за голос? Че? Че за голосом был? Такой голос обычно. Да блядь! Почему? Ну что скип? Ладно. Давайте обычным голосом говорить. Все. Привет. Привет. У тебя такой голос красивый. Благодарю. Слушай, а тебе сколько лет?
14. Привет. 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 Как дела? Алло. Алло, алло, привет. Привет. Как дела у тебя? Нормально у тебя как? Да не можно, наверное. Слушай, у меня тоже неплохо. Дивиджа. А тебя так как зовут? Просто. Ты где живешь? Я меня зовут Арина. Тебя как? Я в Москве живу. Понятно. Как тебя зовут? Родион. Понятно. А ты откуда? Я? А ты откуда? Я из Кубертау. Это пубертат ебал. Алло. Привет. Привет. Как дела? Сойдет у тебя как? Ну, вообще неплохо. А ты откуда? Я с Волгограда, ты? Я с Москвы. Сам. Слушай, а как тебя зовут? Понятно. Меня Марьяна. Марьяна, очень красивое имя. Меня Родион, очень приятно. Слушай, а сколько тебе лет, Марьяна? Ну, мне 15. Серьезно? По голосу так и не скажешь. А у тебя есть Инстаграм? Нету. Ну и пошла нахуй, шкура ебаная! Так. Алло. Привет. Меня слышно? Алло. Как дела? Нормально, у тебя как вообще? Хорошо. А ты откуда? Как тебя зовут? Сколько лет? Россия, 16 лет. Сколько? 16. Твою ж... Хули вы все маленькие такие? Алло. Алло. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Маша, тебя? Меня зовут Илья. А сколько очень тебе лет? Приятно. Мне 18. Мне 19. А ты откуда? Я с Хабаровска, а ты? С Хабаровска? Да. Это Дальний Восток, правильно? Да, это Дальний Восток. Я понял. Я с Москвы сам. Ты конечно, просто так удивился? Ну да, далеко очень от меня. Ну да. Слушай... Ну, вообще, ты как к расстояниям относишься? Нормально. Слушай, можно тебе задать такой нескромный вопрос, если разрешишь? Ну, валяй. Я просто, ну, все равно тут мы видимся, скорее всего, последний раз с тобой. Я вот вопрос хочу тебе задать. Ну, давай. А как ты относишься к БДСМ? Положительно. То есть тебе нравится такое, да? Ага. Нравится? Да. А что тебе больше всего нравится? Блядь, такую упустили! Вась, тут можно было сейчас такое растереть. Нахуй, она скипнула. Алло. Так, что гасишь? Алло. Привет. Иди нахуй, мусорки, твоя мама, блядь. Ой, нет. Ты чё, дочь шлюхи, охуела? Нет, не тебе. А, ладно, извини. Я уже хотел шутить про твою маму, но про мёртвую хлеб. Я уже слышала, что ты там разошёлся, я и говорю, всё, не тебе. На всё, пизду иди. Какое уебище, тупое выхло. Привет. Привет. Как дела у тебя? Отлично, я просто раз хотела сказать. Ну-ну. Я по профессии уролог. Уролог? Да. А как уролог к БДСМ относится? Просто замечательно. Не, ну серьезно. Я тебе ответила. Я просто ищу, как сказать, партнеров. Многие просто рофлят, что они хорошо относятся и смеются над моими интересами.
Нет, я сейчас с ними, правда, хорошо к этому отношусь. А откуда ты? Из Пензы, а ты? Пензы? Я с Москвы. А сколько тебе лет? 18, а тебе? Мне 21. Понятно. Слушай, а ты... Что тебе больше всего нравится из БДСМ? Не знаю. Все сразу. Что есть. Тебе нравятся шлепки по попе? Придушивание? Да. Тебе нравится, да? А тебе нравятся грубости? Конечно. Нравится, если я буду называть тебя своей шлюхой? Ну, если бы мы были хорошо знакомы, что ну, то да. Своей тварью. Как ты к этому относишься? Да блядь, ну что я не так делаю? Ну я ж от лютый БДСМщик. Блядь, пизду. Блядь, ну я же вроде, ну... Блядь, надо изучать тему БДСМа, нахуй, короче, я понял. В пизду, что же не так? Ну я же, блядь, не знаю, что же не так. Короче, ладно. I swear there ain't no time for women on a comma. They see the pussy or the comma.